Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро. И мы продолжаем изучать Тору. Сейчас я вот так вот сделаю. Мы продолжаем изучать Тору. Конкретно мы изучаем притчи царя Соломона. Великая, величайшая мудрость, доступная вообще человеческому разуму. Ну, кстати, и вопрос, доступный человеческому разуму, это большой вопрос, потому что любая информация, которую человек воспринимает он, ее воспринимает, он ее воспринимает сквозь фильтры своего восприятия. То есть у каждого из нас есть то, что называется фильтры восприятия. Или, как говорил Стивен Кови, парадигмы мышления. То есть человек воспринимает новую информацию сквозь свой предыдущий опыт, сквозь свое эмоциональное состояние в данный конкретный момент времени. То есть абсолютно разное воспринимание. В шутах, например, один человек идет ему плохо, он болеет, и второй шутит. Он же идет на следующий день, чувствует себя хорошо, тот шутит ту же самую шутку, разное восприятие. Понятно, да? То есть человек, он создает ту информацию, которую воспринимает. То есть он ее в любом случае обрабатывает сквозь фильтры своего восприятия. Ну почему, Ярослав? Вот ты странный вопрос. А почему не евреи воспринимают. Потому что, что кто-то хочет верить, кто-то не хочет верить. Вот, вот и ответ. Вот задают вопрос, почему евреи не воспринимают. Потому что 2000 лет назад... Почему вообще христианство 300 лет, только в 300 году в Риме оно начало развиваться? Была непопулярная система такая, был учитель, звали его Иешуа, во-первых, они а Иисус его звали Иешуа. И он учил, учил, как надо служить Богу. Никто же не, не отрицает, что он служил Богу, был обрезанный, соблюдал Шаббат и так далее. Ну, это же все знают. Почитайте историю христианства. Потом он учил своих учеников, как надо правильно служить Богу, по его мнению. И дальше, дальше, дальше система, как служить Богу, она распространилась. Если бы его как пророка Мухаммеда назвали бы пророком Мухаммедом, то не было бы никаких вообще проблем. То есть вообще никаких. Пророк Мухаммед рассказывал, как служить Богу. Иисус рассказывал, Ишо рассказывал, как служить Богу. Но потом его, его как бы... Ну, в общем, почитайте историю христианства, вам все будет понятно. Это кто-то задает вопрос, Почему, почему, евреи не верят в Иисуса. Иешуа его звали. Его звали, во-первых, не Иисус, а Иешуа. Нет такого имени Иисус в Израиле. Нет, вообще не произносится. И все, включая его имя, видоизменили и интерпретировали так, что было удобно. Все. Давайте, а мы изучаем Мишли, царя Соломона, который тоже был не Соломон, его звали Шломо. Шломо. Но из-за того, что великая мудрость Торы, она дошла до окружающего мира через греков, был перевод на греческий язык Торы Септудианта, он как раз был проведен вот в, есть 10 ТВ, 10 это пост, и этот пост, он как раз, там есть несколько причин этого поста, одна из причин это перевод Торы на греческий язык, и тут очень интересная вещь, что когда перевели Тору на греческий язык, то то часть евреев, они начали поститься в этот день, и они считали, что это страшно, потому что потеряется, потеряется первоисточник, ведь Тора же есть записанная, а есть устная Тора, в которой, в которой переданы смыслы, то есть есть объяснение, как понимать то, что записано. А теперь получается, из-за того, что перевели, каждый теперь будет думать, что он понимает, что в Торе сказано и э, как Бог сотворял мир. Дженезис. Нет слова Дженезис. Написано Берешит. Берешит Бара Элутим. Вначале сотворил мир. И каждая буква в, вот в этой Торе, которую получил Маше Рабену, она имеет огромное значение и циф цифровое, и смысловое. Есть четыре уровня понимания. Теперь, когда это перевели на греческий язык, то остался просто слово «Джинезис». «Джинезис» в начале. И получается, дальше каждый, каждый Виктор Крамаренко теперь будет, будет рассуждать о том, Иисус фарисей. Нет слова фарисей, даже нет такого слова фарисеи, потому что изначально назывались люди, которые знали устную тору прушим. Прушим, а опять же, если прочитать это неправильно, получится фарисеи. И в момент, когда перевели Тору на греческий язык, евреи Иерусалима, они спастились и с тех пор постятся. А евреи Александрии и Египта, они, наоборот, этот день сделали днем праздника. Почему они сделали этот день днем праздника? Они радовались, что хоть в каком-то виде, но знание о Боде дойдет до мира. Отлично, слава Богу, что знание о Боде дойдет, пускай искаженное, пускай на греческом, пускай Машерабейну станет Моисеем. Почему, значит, пускай, но хоть в каком-то виде пускай дойдет, узнают о Боде. Вот поэтому э, Саидов 3162 уверена. До свидания, с большой радостью. И значит, э, понятно, да, идея, как это работает. Все. А мы изучаем сейчас: еще раз надо понимать, что то, что я рассказываю, то, что я рассказываю сейчас, э, это, это моя интерпретация перевода Малбима э, комментария Малбима на притче царя Соломона. Понятно. Все, двигаемся дальше. 29 глава. Кому интересно разобраться, как раз сегодня у нас будет на эту тему урок. 29 глава. Отрывок, отрывок как раз, отрывок как раз э, 9. -й. И э, как раз вот э, очень подходит начало нашего урока. Начало урока подходит как раз к этому девятому отрывку. Смотрите. Иш хахам нишпат эт иш эвиль. Значит, дословно переводится так. Ишхахам – человек мудрый, человек знающий, умный. Нишпат – это иш эвиль. Он судит человека, грешника, скептика. Верагас, весахак, венахат. И он злится на него, и смеется, и нету нахата, нету покоя. Давайте разберемся. Смотрите. Есть у каждого человека, каждый человек идет по жизни по каким-то каким идеям, которые он принял от кого-то. И вот человек, значит, идет, одному говорят, смотри, земля плоская. Он говорит, ну я вижу, что плоская, открыл ты мне истину. Вот она, вижу, что она же плоская. Ну еще такая чуть-чуть она пупырчатая такая с горами, но в принципе видно, что плоская. Второму говорят, ты знаешь, она круглая. Этот второй говорит, да не может быть, что ты рассказываешь, какая она круглая, я вижу, что она плоская. И мне говорили в, вон эти архиепископы в церкви, это там 1400 какой-то год или 1300 год нашей эры, что она плоская. Ну слушай, Галилей, он же тоже не дурак, он сказал, что она круглая. Ну посмотрим, интересно, вижу, что плоская, ну Галилей тоже не дурак, сказал, что она круглая. И давай выяснять, круглая, плоская, круглая, плоская. Потом, значит, сожгли этого Галилея, сожгли и говорят, да, она плоская, все, доказали свою правоту. Потом оказалось, что она все-таки круглая. И мы все верим, мы не видели, никто не видел из нас круглую землю. Мы все верим, что она круглая. Понятно, да? Теперь дальше. Вот так вот со всеми остальными э, жизненными идеями мы все когда-то от кого-то приняли эти идеи. Э, помню, мы, я лично принимал еще идеи э, октябрят и пионеров. Но потом оказалось, что большинство из этих идей, они просто иллюзия, какая-то иллюзия. Но люди прямо держатся за свои идеи, но это не их идеи. То есть мы все живем в мире чужих идей. Понятно теперь. Теперь, когда Ишхахам, кто такой Ишхахам? Значит, есть божественная мудрость, и те люди, которые посмотрели на мир с разных ракурсов, они поняли, что ну, не может быть, чтобы создатель мира не сообщил свою волю. Ну, нереально это. Как бы ну, не, нелогично, что у мира нет создателя, раз он такой упорядоченный, красивый, организованный. И нелогично, чтобы этот создатель нелогично, чтобы этот создатель не сообщил, что он хочет от людей. Значит, и тогда люди, которые называются эти люди верующие, они начинают верить в, в религиозную некую систему. Все религиозные люди называются верующие, потому что доказать, что религия какая-то вернее, чем другая, невозможно. Называются люди, которые верят в религиозные люди, называются люди верующие. Все. Теперь, значит, Ишхахам это человек, который верит в божественную мудрость, переданную через я еврей, я верю, что Бог сообщил миру о том, что Он от мира хочет через Машерабейну, Моисей, пророк Моисея, и получили Тору на горе Синай при выходе из Египта. Я верующий еврей, и я рассказываю. Теперь дальше. Я в это верю. Я же не скрываю, я верю в это. Я изучаю Тору, чтобы понять, что Бог сообщил через Моисея и через других пророков, царь Давид, царь Соломон, что он сообщил, что должны делать евреи. В первую очередь, это урок в основном Ваикра, платформа Ваикра. Мы обучаем Торе, евреи обязаны изучать Тору. И все желающие, которые хотят узнать, во что верят евреи, тоже могут послушать о том, как евреи верят в единого Бога. Все, это смысл платформы Ваикра и моих уроков. Теперь дальше. Человек, который верит в божественную мудрость, хахма, он называется Хахам, мудрец. То есть, если я верю, что Бог сообщил божественную мудрость, аксиомы, то, что нельзя увидеть. Духовный мир его увидеть нельзя. Он потому и называется духовный, что он вне восприятия материальными органами чувств. И когда мы изучаем вот этот духовный мир, мы можем только доверять словам пророков. Пророки нам сказали, что это так, и мы верим пророкам, что это так. Понятно. Теперь дальше. Вот этот человек, который верит словам пророкам, верить в божественную мудрость он называется на языке царя Соломона шлома мелаха он называется иш хахам человек мудрый мудрость это божественная мудрость это не математика это не физика это божественная мудрость понятно и вот он шпат им иш ивель и он судится то есть он вот так вот дискутирует можно сказать с человеком Ивелем. кто такой ивель ивель это а знаете, что я сейчас делаю? Я вот... Кто хочет слушать, пусть слушает. А кто хочет писать, пускай пишет на своей странице и не мешает. Я сейчас отключу комментарии и все. Выключить комментарии. До свидания. Все. Хорошо. Кто хочет слушать, пусть слушает. Кто не хочет, пусть не хочет. Свобода выбора. Итак. Человек Хахам. Человек, который верит в божественную мудрость. Он дискутирует с человеком Ивелем. Кто такой человек Ивель? Ивель это скептик. Значит, есть такие люди, которые это самая легкая позиция э, отрицать. А кто сказал? Галилей сказал. А кто это Галилей? А ты от него слышал? А был ли вообще этот Галилей? И кому он сказал? Это тысяча... Сколько лет назад было? 700 лет назад? А может, документ поддельный? Может, может. А ты видел сам этот документ? Ты читал документ? А может, перевод поддельный? А может, ты не так понял? Человек скептик, он может любую идею разрушить. И вот, значит, если человек скептик, он говорит, хорошо, а ты веришь во что ты веришь там? В, в такую-то систему. А кто эту систему видел? А кто сказал? А божественная мудрость, она же потому и божественная. Это же духовный мир. Это не материальный мир. И скептик, он все отрицает. И вот здесь говорит нам царь Соломон, 9 отрывок, запомните, 9 отрывок 29 главы. Человек хахам, человек мудрец, который уже ему повезло, он зацепился за божественную мудрость, он поверил в Бога, он поверил в бессмертную душу, он поверил, что у него есть связь с Богом, и он за счет своей веры, как говорил пророк Хавакук, он говорил цадик, праведник, боюмануто ихе, праведник верой своей будет жить, он своей верой в Бога, он соединится с Богом, он склеится с Богом в одно целое. И вот эта вера, да. Она, это вера, еще раз, это же вера, это не факт, это не аксиома, это вера. Но праведник своей верой будет жить, он присоединяется к Богу и переходит в вечную жизнь. Вера это инструмент человека. Вера это, можно даже сказать, вера это эмоция, которая наполняет идеи. Есть факты, факты это то, во что верит 100% людей. Это факт, это не надо верить, факт, он, факт это то, что идентично для 100%. То, что не идентично для 100%, это вера. Теперь есть вера, которую человек наполняет прям «я верю вообще» и готов даже умереть ради своей веры. У него вера сильная, но она от этого не перестает быть верой. С какой бы громкостью человек не кричал о своих убеждениях, это вера. Теперь, когда Ишхахам, человек, верующий в Бога, человек-мудрец, верующий в Бога, он спорит, дискутирует с человеком Ивелем, со стептиком. Написано, говорит царь Соломон, 3000 лет назад. Он говорит, Верагас, и он гневается. Он говорит, ты что, дурак? Ну какой тебе смысл верить, что ты инфузория туфелька? Ну какой тебе смысл верить, что ты обезьяна? Ну подумай, ты лишаешь себя вечной жизни, ты лишаешь себя связи с Богом. Какой тебе смысл? Верь в Бога, соблюдай заповеди, делай добро. Есть у тебя сомнения в какой-то заповеди, не делай, но делай хотя бы что-то. Делай заповеди, которые идентичны для всех религий. Делай добро, верь в Бога в Создателя мира, помогай людям, помогай бедным, помогай нуждающимся, не воруй, не грай. Все, будь верующим человеком. Есть расхождение. Есть э, очень такая интересная история. Когда-то был один великий мудрец, э, был один великий мудрец, э, и это был еврейский Хоземи его называли, Видящий излюбленного. Он был человек, который видел, знаете, есть такие люди, которые видят будущее, ну, видящий он был. И было еще два других цадика, таких праведника, они между собой вступили в какой-то идеологический спор. И они между собой спорили, но они как бы спорили, просто у них было небольшое расхождение в каком-то вопросе. А их последователи, знаете, как обычно последователи, они прямо готовы были друг друга убивать. И прибежали эти последователи к этому видящему излюбленно, хазе излюбленно, и говорят, скажи, кто из них прав? Он говорит, смотрите, я не хочу никого судить, я, они оба праведники, они расходятся в каком-то вопросе, я не хочу влазить в их, в их спор. Ему говорят, нет, вы должны нам сказать, кто прав. Он говорит, давайте я вам лучше расскажу историю, кто прав. Говорит, когда-то лев шел по лесу в плохом настроении, в ужасном настроении он шел после длительного запоя. И вот он в лесу шел после длительного запоя, и он схватил э, волка и говорит, волк, говорит, есть у меня перегар. Волк говорит, есть. Он говорит, так ты сволочь, ты льва не уважаешь. И ему оторвал голову. Идет дальше, схватил зайца. Дыкнул на него, говорит, заяц, есть у меня перегар. Заяц такой, не, вообще нету, вообще, говорит, прям или земляника, или малиной пахнет, что-то такое. Лев говорит, так ты, сволочь, ты что, я, думаешь, не знаю, что у меня есть перегар, ты меня обмануть хочешь. И зайцу тоже голову оторвал. Хватает дальше лесу, говорит, лиса, есть у меня перегар? Лиса говорит, знаешь, Лев говорит, вот я бы тебе сказала, но, говорит, у меня две недели насморк. Вообще запахов не чувствую, не понимаю я в этом вопросе. И Лев засмеялся и отпустил в лесу. В вопросах религии лучше не спорить. В вопросах религии лучше соблюдать. Делай добро, делай то, что совпадает для всех религий. Хочешь делать больше, делай больше. Но спорить ⁇ это вообще неправильный подход. И это нам сказал 3000 лет назад в притчах царь Соломон. Человек мудрый, когда он дискутирует с человеком, вот этим вот скептиком Ивелем, скептик может отрицать все, что угодно рогас, он на него и гневался. сахак, и он над ним и смеялся. Вэнахат, нету покоя, нету пользы. Человека скептика, даже Бог не мог уже этого вернуть к себе, к вере. А как Бог возвращает скептика к вере? Знаете, как Бог возвращает скептика к вере? Идет скептик, на него терпич упал. Человек верующий, он говорит, Господи, наверное, что-то не то сделал, кирпич на меня упал, наверное, где-то согрешил, надо мне исправить свои пути, надо мне быть осторожным. Это говорит человек верующий. А что говорит стептик? Стептик говорит, случайность. Вот козлы эти рабочие, кирпич, кирпич не закрепили, вот козлы. Случайность. Опять он приходит домой, дома у него там какие-то неприятности, все. Человек верующий, он говорит, где-то я нарушил духовные законы, где-то я что-то не так сделал, где-то мне надо исправить свои пути, где-то мне надо сделать больше добра. Человек стептик, что говорит, когда у него неприятности? Случайно. Нет хозяина мира, нету никакого Бога. Все у стептика случайно. Поэтому спорить со стептиками я не хочу. Я поэтому отключил комментарии в инстаграме, потому что мне не о чем спорить. То есть, кто хочет изучать притчи царя Соломона, изучает. Кто не хочет изучать, не изучает. Все, мне спорить не о чем. А мы двигаемся дальше. Десятый отрывок 29 главы говорит нам царь Соломон в притчах, говорит следующую идею. Значит, Есть категория скептик. Скептик это тот, кто все отрицает, у него на все вопросы. Есть категория и штам, это на, наивные. Большинство людей наивные, они большинство людей не скептики, они наивные. Значит, наивный человек, он верит всему, то есть скептик он не верит ничему, а наивный он верит всему, ему что скажешь, он в это верит. И вот этих вот, кого вы думаете больше в мире, скептиков или наивных? Конечно, наивных. Весь мир наивный, весь мир наивный, идет средство массовой информации, плоская Земля, плоская. Круглая, круглое. Значит, в коммунизм верим? В коммунизм, в капитализм, в капитализм, в социализм, в социализм. То есть в какая сейчас песня модная, слушаем модную песню. А сейчас уже не модная, не слушаем не модную песню. Какую одежду сейчас носим? Вот такую. Значит, будем такую носить. Большинство людей наивные. Теперь говорит нам царь Соломон. Аншей Дамим. Аншей Дамим это люди, которые готовы проливать кровь, то есть злодеи, убийцы они и там, они этих наивных ненавидят, они этих наивных людей считают просто, ну, как, знаете, без лоха и жизнь плоха. То есть они вот этими наивными людьми, правители, они над народом в основном насмехаются. И вспомним историю, в 1861 году в России отменили крепостное право. То есть просто продавали, прям деревнями продавали этих крепостных. И, значит, была вот такая узкая прослойка, которая властвовали над всеми остальными. Теперь они их ненавидели. Они считали, что кто эти люди вообще? Они вообще никто. Теперь, значит, люди кровопролития готовы убивать. То есть, вот этот вот термин, человек кровопролития, это тот, кто готов убивать. Он ненавидит наивных людей. И он этих наивных людей посылает их на войну. Идет Наполеон. «Пошли, захватим сейчас весь мир». Французы такие лохи наивные. «Да, мы пойдем сейчас захватим весь мир». Наполеон, мы победим Россию, да, мы сейчас захватим Россию. Французы лохи, да, мы захватим Россию. Потом этих французов всех трупы присылают, да не присылают домой, их же все поуничтожали там в России в 1812 году. А Наполеон что? А Наполеон сбежал себе на остров Елена, сидит на острове Елена, там сидит никто вообще, коротышка такой. Значит, потом, нет, мы все-таки должны всех победить, мы всех захватим, всю Европу, мы самые крутые. Опять, значит, лохи французы за ним пошли. Потом их опять всех в Ватерлоу, там битва, всех разбили. Вот это вот то, что говорил царь Соломон. Аншей Дамим. Наполеон ему лично убить человека. Или быть причиной смерти 100 тысяч людей, миллиона людей. Да что такое? Кто эти люди вообще, да? Русские, французы, англичане. Я Наполеон, я хочу захватить весь мир. Вот это то, что интересовало Наполеона. И написано, царь Соломон сказал, и сну там, они наивных ненавидят. Но сверху они говорят наивным, да, я вас люблю, мы захватим весь мир и так далее. Теперь вы Ешарим, кто такие Ешарим? Люди прямые, праведные. То есть Яшар это ступень еще выше, чем праведник. Яшар это прямой человек, это тот, у кого даже сомнения нет, что есть Бог. Он просто таким родился. Праведник, он победил свое животное начало. Человек прямой, он и был прямой. То есть, есть эти люди, вот святые, вот это вот прямые люди. Они что делают? Они и вакшу навшо, они ищут, вот они видят души в этих людях в простых, и они стараются их вернуть к Богу, они им стараются сделать добро, они стараются каким-то образом их пробудить к Богу. Кто в мире выигрывает? К сожалению, в мире выигрывает на сегодняшний день Аншей Дамим, люди крови. Властвуют во всех странах люди крови. Опять же, Здесь нельзя сказать, что это однозначно плохо, потому что должна быть власть. Иначе бандиты, которые злодеи, они будут сами всех убивать. Но, опять же, нужно во всем разбираться. Хорошо, друзья, поэтому мы изучаем притчи царя Соломона. Вы можете посмотреть все предыдущие уроки, все 29 глав на портале vaikra.com. Vaikra Каждое утро с 10 утра до 10.20, кроме субботы, есть урок на моем инстаграме. И есть урок в группе Ваикра в Фейсбуке. И потом это все переходит на сайт vaikra.com. И, значит, все, изучаем божественную мудрость. Совсем хорошего, прекрасного дня. Удачи, успехов, здоровья, счастья, любви благополучия, чтобы семьи были здоровы, чтобы люди вокруг улыбались, чтобы у вас было много радости от того, что есть, и чтобы вы ни в коем, ни в коем случае не нарушали духовные законы, которые идентичны для всех религий, для всех людей. Делай добро, люби, почитай единого Бога, который создал мироздание и управляет мирозданием. А как ты будешь делать добро, это уже, я думаю, что Бог разберется, ему все люди, которые делают добро, близки и приятны. Все, удачи, успехов, всем пока.